Активно проходят иммунизацию и подростки. Более 5000 уже получили оба компонента вакцины Pfizer. Всего в области им привили 6800 граждан. В городской поликлинике номер 2 североказахстанцы в возрасте от 12 до 18 лет получают первый компонент вакцины. Кроме того, получают прививку беременные женщины и молодые мамы. Сегодня вакцинация проводилась в трех филиалах 2-й городской поликлиники. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Получила вакцину, самочувствие хорошее. Я думаю, что каждый человек должен поставить ее для безопасности всей страны. Я советую всем ставить вакцину. Каждый должен беречь свое здоровье и здоровье своих близких. Вторая городская поликлиника сейчас проводит масштабную вакцинацию. Вакцинация проходит такими вакцинами, как Pfizer. Pfizer подлежат вакцинации группы населения, это идет беременные, кормящие женщины и дети от 12 до 18 лет.